Приветствую всех зрителей и подписчиков на канале Максимум. Срочная новость. Айсултан Назарбаев просит защитить его от семьи. Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Айсултан Назарбаев, попросил в Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в Facebook. Внук бывшего президента Казахстана объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья. По его словам, он обладает информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Внук первого президента Казахстана отметил, что о всех подробностях, которые упоминаются в его посте, рассказал в интервью британской газеты Times. Напомню, что там же в Лондоне был случай, когда, будучи под наркотиками, Айсултан укусил полицейского. 29-летний Айсултан Назарбаев в октябре 2019 года был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил. Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны обильно текла кровь, было в сообщении BBC. Приговор предполагал испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественной работы и штраф. Напомню, Айсултан Назарбаев – это сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Санкт-Петербурге и был зачислен в штат Главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана. Еще в 2017 году Айсултан работал в Федерации футбола Казахстана. Также Айсултан Назарбаев в 2017 году в Facebook признавал, что употреблял наркотики после смерти своего отца, но справился с зависимостью.